Мы наконец-то тоже загораем. Да, Руш? Загораем. Загораем. Наконец-то именно мы выбрались на пляж. В такой вот штучке укрылись от ветра. Что там у хлопцев в ресторане? Пойди сходи, посмотри, что там в ресторане пляжном. Вот что у нас сегодня на обед. Вермишель, а, паста болоньеза. Вкусненькая, ты попробовала? Угу. В этом ресторанчике на пляже. Чуть позагорали, проголодались и кушаем. Всем приятного аппетита, кто кушает сейчас. Уже покушали. И идем к себе в номера. Алла как раз разговаривает с мамой, с папой, с Наташей, а я снимаю их. Мама, папа, Наташа, привет! Я снимаю ее, Алла с мамой разговаривает сейчас. Ой, какая красота! Домики, 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 сплошные домики. Вот Наташа спрашивала, розы чи не розы. Не розы. Это интересные, непонятные цветочки. Ой. Анди ноши. Алла, ты туда пошла наверх? Алла. Какой наш новый. Потерял, Даня. Я как обычно. Куча домиков. Я потерялась. Куда нам идти? Куда мне идти? Какие машинки ездят тут? Что-то я не поняла. Вообще ничего не поняла. Что-то я уже не туда пошла. Я опять заблудилась. Пока снимала, пока она разговаривала с мамой, бабой. Я уже успела заблудиться. Видишь, сюда? Идти нам туда. Блин. Фак. Похоже, что мне надо назад. Хорошо. О, Лёша. Что там, кто кричит? Лёш. Я потеряла Аллу. Здрасте. Я потеряла Аллу и Сашу из вида и заблудилась. И опять заблудилась. Ой, красный нос, прошу поболеть. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Вы наш консультант? Да, меня зовут Арафат. Представляете? Арафат. Да, Арафат. Арафат. Очень приятно. Понятно. Смотрите, у нас налево и мужской, и остальное женское. Любую породу принимаем до нас евро, если вы скажете. Никто не понравится. А фунты? А фунты тоже приятно. Сам.
И турецкий магазин, значит, там как в Турции, в мире и в Стамбуле. Есть какая-то крутая жена, посмотри, что вы хотите? Ловки, теплые. Курточки, кожаные курточки. Да, вот здесь. Давай. Только здесь? Да. Вот до конца очень много выбор. И разные. Руками трогать можно? Конечно, можно трогать, не померить, не лизнить, все это можно. Ну, чтоб стильная была. Ты тоже что-то хочешь? Да, я смотрю. Вам? Да. Может, тоже померить. Чтобы интересно. Первое. Ой, так оно на ощупь такое приятненькое. С разных кусочков бедных убитых животных. Интересно. Вообще разноцветное. Такая соленая. Угу. Животное. Настоящая чебурашка. Смотри, а вот это видите? Такое интересное. Это ножи. Видно, я так на вот это смотрела. Ну смотри, горло открыто. Горло открыто. Никакой, это как раз для потолка. Смотри, никакого вот микрофона, для... то будет прохладно. Кожа должна сама по себе холод притягивать. Здесь, ты... смотри, ты града, она уходит в такой замкнутой кожи. Вот. А есть еще синтабончик? Есть, есть. И вообще, смотри, на короткий день. Где ты как-то чем-то? Походим, посмотрим, что ты сидишь. Такие шубы. Разный стиль, разные вообще пошив, разный цвет. Все. Ну, все разное. Интересно. Она уже что-то меряет? Ой! Нет, это алюминий. Ух, да ты шо? Действительно. Как раз на нашу весну. Не, ну не весну, но... На нашу осень, на наше лето. Прикольно. Да. А ну один капюшон. В общем, что-то такое. Пуховик кожаный. Ну все, сколько? $100? $100? Я даже не спрашиваю. Вдруг поправлю, да? С Египта вдруг приедешь? Да. Знаете, вам принес и поменьше разберешь. Вы думаете? Да. А ей в этом хорошо так. Я верно думал. Такая работа. Вы не встите. А вдруг я буду расти? Да, вы не будете расти. Да. Да. Такие девушки красивые. Не должны расти. Куда вам еще я люблю покушать. Мне не разрешает меня поступить 6 часов. У меня же украинка тоже. Да? Да, поэтому я уверен, что вы едете. Ну да, такое есть. Это мы чудо. Вот еще бочу. Смотрите, расстояние примерно.
Короче, ты не боятся дождь, не проснешь. Есть золотые светлые. Давайте вам выберем укрытие. Да, интересно сделано. Халатиками. Да? Что это тоже кожа? Леша, иди сюда, пощупай, только дотронься, так как наш люлик, даже лучше, уже какие воно мягенькие. Было. Какой приятненький. И это кожа. Интересно. О, у нас что-то беленькое, красивое меряет. Угу. Классно. Ой, Лёлик, это ты, Лёлик. Нет, это. Нет, это не так легко. Оно тебе так классно. Ты хихикаешь. Лёшка, сфотографируй. Да я тихо реагирую. А? Не надо. Я чекаря уже это делаю. Как она вам? Нравится, мужу отсылаю. Готов он потратить на меня? Да, готов. Да, готов. Сюрприз надо. Ну, сюрприз, сюрприз. Мы любим мужчина сюрприз. Ненавидим, но любим. Так показываем, что мы любим. Сеть? Ну, мы ненавидим. Это новый смокамый. Это все позже, да, получается? Какая бы тебе понравилась? Это или та, конечно? Ну, это, конечно. А что вот это? Смотри, какая вахана. Вот это барашек это, да? Да. Корабль, новый конец. Какие хорошие? Корабль. Но она мне идет, да? Это очень хорошо. Только хорошие вещи. Не думайте. Она получается тяжелее, да? Каракуля. Раньше было тяжелее, сейчас нет, да? Это шибеный карапуха, канадский. Раньше было тяжелее, сейчас нет. Вот, кстати, прикольный, ты да? Смелее. Смотри. Ага. Прикольный. Вижу тебе курточка больше, да, понравилась? Вот это? Вот, вот так. Угу. Это на а такого цвета ты не видела? Не нравится. Я заводила, сказала мне. Как она вам где-то? Красивая очень, да. Да. Интересный пошив такой. Очень интересный. Есть темный или светлый, но этот лучше. Нет, здесь женский лайк. Не, вот уж лифт. Какой выбор вообще? Шуб сколько. Да, а может, это все нормально?
Не, ну, ну да, что-то уже. Это женский рай. Сказали. Так там мужской отдел есть. Красивые шубы такие, конечно. Можно только представить, сколько они стоят. Ой. Это шиншилка? Не знаю, но такое что-то мягкое. Боже, ну что такое приятное на ощупь. Ой, боже. Я уверена, мне бы такая пошла. 15 лет приходит. Боже, какая красота. Да, ну, что ты умеешь, блядь, тут оно будет $100. И как можно это самое, да, что оно такое тоненькое, и что оно может быть теплое, да? Угу. Красное. Ой, фиолетовое. Может, Аллаха себе шубу купить? Они такие красивые. Хай Дениска ей шубу купит. Он же краще. О, это уже что-то другое. Ну, шиншилла, конечно, мягкая вообще. А эти уже такие тяжеленькие. Ну, хочешь себе такую крокодиловую? Я хочу. Вообще интересно потрогать. Ой, это питон. Видишь, как красиво смотрится шелтон. Где ты, блядь, такое вычитала, что тут для цены? Подари себе пальчик, это настоящий шеф? Кто это такой красивый? Вот сами не пишут, да? Не-не-не, все ж индивидуально. Кошмар. Что мы Аллу потеряли? Да. Мы идем. А, полегче, надо обходить теперь. Да, пошли вот так вот обойдем. Свитер. Это такая штука. Чебурашка называется. Это же настоящая чебурашка. Это же настоящая. Можно себе чисто так примерить какую-то. Просто входит. Ой, боже, с такой брошкой красивой. Брошка, да. Ничего себе. Круто. Уже хоть с капюшоном. Что, может, хотя бы ради интереса померить, как не шумовичи. Могут идти. Смотри, как красиво. Мы сейчас ее найдем. Мы будем идти курточку. Ну, мужской отдел. Мужские шубы, пожалуйста. Леша. Класс. Каракуля. Вообще. О, класс. А ты знаешь, как тебе тепло в этой будет? Это чебурашка. Непонятно. Это искусственно, да? Ну, синяя красивая шуба. Такую обязательно. Точно шаги там. Полусантиметра.
Я сейчас с такой панавкой, типа, салютский жлобцов такой. Так, о, это такая, как у Майбаха? Да. Такая же, как... Такая, как у Майбаха. Да. И Майкла Джексона. Да. У меня и у Майбаха. У меня клюк сгорел, капец. Кому-то клюк сгорел себе на Джексафаре. Разные интересные вещи. Мы взяли такую. О, а это без рукавочки. Лиса. Ой, такая нежненькая тоже. Какая мягенькая. Тоже шиншилла получается. Да вряд ли, другой какой-то. Ну, мягенькая тоже. Дубленочка. Вареночка, это дубленочка. Вареночка это дубленочка. Джинсы вареные. Пошли, может там надо ли помогать уже торговаться, да? Может так бегаем, ищем по кругу. А, вон она. Мы же розовые мели. Кожаная. То есть она покупает две курточки. Одну она уже... Надо не брать. Эту басику. Да. Девушка в красном. Прикольные есть курточки, но нет моих красивых. Большие, что ли? Если большие, ты можешь поправиться. А слышишь, а может Денис тебе шубу хочет купить? Там такие красивые шубы, шиншилка, вообще дотрагиваешься, и она в руках где-то тает. Нет, вот там вот ряд шуб, мы с Лешей гуляли. Вот это мне понравилось. Это мягкая, да? Очень много. Ну, ставки кожи разные. Так, ну сейчас будет классика жанра, как сейчас какие-нибудь торговые, которая у тебя раньше была с этими составами. Это уже она подработка. Не топорчатая, чтобы она не растерялась, чтобы она там... Это напыление замша или кожи? Кожа золотой рыбки. Слышишь, а разве не туда говорила она? Туда говорила. На выход. Да, туда. Выход туда. Выход туда это распродажа. Выход сюда это распродажа. А это зал распродажи. Да, все, цена хорошая. О, цена хорошая, $100, та же курточка, что внизу висела. Не хочешь? Может, ты действительно из распродажи что-то? Шанель? У вас есть еще время. Вы можете здесь погулять. Сумки у нас по $20 есть, 25 есть, 30 есть. Недорогие просто. Намерите ее посмотреть в зеркало, заглянуть в один день беру. А ты откуда? Очень приятно. Как отдых приходит? Ветрено, очень ветрено, да. Проходит. Ага, нам говорят, что такое каждый день. Нет. Так, ну что, мы идем? Куда? На сколько?
туда, аут. На улице. Оксана хочет сумочку посмотреть. Не, я сейчас. Ладно, Леша. Понятно, что ты мне ничего не купишь. Понятно. Даже так разнервничался, что аж потерял, где выход. Ну, как если ты даже лобову взываешь, знаешь? А, ты знаешь, как обиделся? А что, ты не такой? Фри, овощи разные, что-то куриное, кабачки, сладенько, салат, Леша и рис. И хлопчики где-то должны прийти еще. Всем приятного аппетита. Такую нам рыбку сделали. Мне. А Леша выложили сердечко полосатое. Морской котик один. Сейчас Леша покажет тюленя. Покажи.